100 дней до пляжа. Суперфинал. 16 часов 13 минут в Нижнем Новгороде. И вот он, этот день X. День, когда мы узнаем, кто же стал самым крутым в проекте 100 дней до пляжа. Передаю слово продюсеру этого проекта Александру Мартову. Александр, все в вашей власти. Добрый день, здравствуйте. Еще раз, как подготовиться к лету, получить тело своей мечты? С 1 марта впервые в истории нашего вещания и, скорее всего, во многом Нижегородского FM стартовал невероятный, как мы его ласково называли, радиопроект «100 дней до пляжа». И вот сегодня мы уж даже и не чаяли, что этот день настанет, но он, похоже, близится к завершению. Действительно, этот проект сегодня, мы добрались до финала. Изначально был устроен большой кастинг. Среди множества заявок были выбраны 10 участников, которые шли, в общем, рядом, бок о бок, рука об руку, друг с другом и с нашими наставниками, среди которых наш постоянный эксперт, нутрициолог проекта Ольга Угрюмова. Оля сегодня здесь с нами в студии. Оля, привет. Всем привет. Кроме того, продюсером проекта являлся Александр Романенко, представитель фитнес-салона «Гимнастика», и мы в этом фитнес-салоне вместе с участниками по EMS-технологии занимались, значит, приведением себя в порядок. Занимались по 20 минут за одну тренировку, что по EMS-технологии заменяет 3 часа в обычном спортзале. Ну и, конечно, меняли свое питание, меняли режим своей, в принципе, жизни во многом и открывали для себя что-то всегда новое и в плане диеты, хотя диета, наверное, не самое подходящее слово для нашего проекта, потому что мы учились не на диете сидеть, а как раз просто правильно подбирать режим питания. Ну да, учились кушать. Ну и, соответственно, результаты не замедлили себя ждать, однако же все-таки из 10 участников нам нужно было выбрать сначала определенную часть тех, кто идет дальше, затем участников становилось еще меньше, и вот до финала добрались трое. Это Анна Готская, Андрей Матвеев, Юлия Сизова, которые тоже сегодня в студии появятся, и сегодня будет объявлено решение жюри, кто же стал победителем проекта «100 дней до пляжа». Но прежде мы все-таки подведем некоторые итоги. Оль, скажи, пожалуйста, каким итогом ты считаешь главным итогом проекта «100 дней до пляжа»? Ну, слова благодарности ребят, на самом деле, которые они писали вчера в чате, отправляя последний отчет. Это было очень трогательно. Все последний раз сфотографировали свою еду. Правда, поклялись делать это и для себя в том числе, и продолжать посылать отчеты в чат, потому что уже привык. Ну, слова благодарности о том, что их жизнь изменилась, что изменился их сон, изменились их взгляды на продукты, изменилось здоровье, изменился сон. В общем-то, большие перемены. Я считаю, что это успех. Кубики уже вторичны на животе. Но вот это уже, в принципе, можно и доработать. Да, да, это можно продолжать. Совершенствоваться можно вообще постоянно. Какой главный вывод ты сделала для себя, как специалист? Как специалист я для себя сделала вывод, что если у человека есть мотивация, он способен в рамках любых ограничений достичь результата. У нас были те, кто говорил о том, что у них нет времени, о том, что у них не хватает денег, чтобы питаться и так далее. И мы понимали, что это является лишь основой для того, чтобы что-то не делать. А если человек хочет, если он замотивирован, он всего добьется. Я сделала вывод, что на 10 наших подопытных стало ясно, что EMS-тренировки работают очень эффективно. Я буду их рекомендовать клиентам. А также тот план питания, который был составлен нами, он тоже крайне эффективен. И, соответственно, мотивация является главным толчком к движению. И вот та последовательность, с которой мы действительно распределили нагрузку, да, распределили нагрузку, она тоже является эффективной, потому что для человека не было стрессово. Вот эта перестройка, и организм, в принципе, не страдал, а наоборот, собственно, смог оздоровиться за 3 месяца. И можно кратко сейчас напомнить, каким путем мы шли, то есть от чего мы постепенно отказывались и что мы постепенно вносили в свою жизнь, в свой распорядок. Ну, самое первое, что мы сделали, мы отказались от сахара. Затем мы научились пить воду в нужных количествах для организма. Затем мы научились считать килокалории.
Затем мы чистили свое питание, убирали продукты, которые были запрещены по высокому гликемическому индексу. И вот там как раз и было в том числе изделие, да, хлебобулочные, да? Может, я добавлю? Привет. Привет, привет, Саша. Да, вот ты прямо только что, кстати, да, Александр Романенко зашел к нам в студию, и, в принципе, вошел он именно на тех словах, когда мы говорили про EMS-технологию, и, собственно, сейчас перейдем к этому, да. И отказались мы от продуктов, просто закончим наш курс. Да, гликемический индекс, у которых был высокий, выше 50, что, в принципе, я рекомендую всем это делать в обычной жизни, то есть, ну, 60-70 – это нормально, все, что там 100 – это уже лучше отказаться. А затем мы научились совмещать продукты. Это было самым сложным и самым продолжительным этапом. Но затем мы просто все это вместе воплощали в жизнь. И тут уже стало понятно, для кого из участников это, в принципе, становится нормой, а кому все-таки сложно. И вот на последнем, на предпоследнем, скажем так, этапе кто-то все равно сходил с дистанции, потому что, ну, что-то, видимо... Ну, кто-то подустал, да, кому-то было больше тяжело. Больше по внешним факторам. Они вот у нас все сваливали на внешний фактор. Работу заняться так неудобно, а не то, что они не могут. И это тоже радует, что все-таки не другие моменты. И радует, знаете, причиной. Еще меня, что как продюсер этого проекта, что мы, по большому счету, не ошиблись в участниках, потому что каждый из них по-своему все равно был хорошо мотивировал и показал результат. Да, шли до конца, бились, это прям здорово. И главное, что вот сейчас мы их не можем показать, к сожалению, но работают съемочные группы. Вот Александр только что давал интервью сейчас. Да, я там про тебя рассказывал. Про меня рассказывал? Какой-то классный. Наконец. А Оля Черешенко. А я как раз переживал, забыл напомнить, что ты про меня рассказал. А видишь, ты и сам вспомнил. Так вот, и действительно, их покажут, и вы увидите, насколько это красивые, буквально пышущие здоровьем люди, да? Подтянутые, сияющие отличной фигурой, да? Несмотря на то, что при этом стройные, да. То есть... Надо было, кстати, попросить их в купальниках прийти. Я думаю, что... Придем. Разденутся еще. Могут, в принципе, да, в прямом эфире. Саш, вот я у Оли уже спрашивал, мы тут обменивались впечатлениями. Для тебя какой главный вывод этих трех месяцев? Я больше всего рад за ребят, то, что мы им смогли дать уверенность в себе. Уверенность в том, что у них хорошее тело. Уверенность в том, что можно правильно питаться, там, недорого, несмотря на любой график. И смотря на, смотришь на людей, и они стали были до, а стали после. И самое главное, им нравится это. И они теперь живут образом жизни таким. И это самое главное. А это правильный, хороший образ жизни. А натолкнули ли события какие-то, происходящие в рамках нашего проекта, тебя на будущие действия вот в отношении даже того, как организовано у тебя все в фитнес-салоне? Ну, если честно, так, из внутреннего регламента мы оттренировали на них, на наших ребятах, пару новых методик, да, тренировок. Новых трюков, да, которых как бы, ну, такие жесткие, серьезные условия. И они у нас, так скажем, теперь в практику общую будут входить. Вот что у нас есть нового. А в плане людей, ну, больше мотивации, больше структуру, когда человек худеет, когда человек перестает меньше худеть, как где у него моменты набор мышечной массы. Вот эти уструктурировали себя, и это очень тоже хороший положительный. Буквально через несколько минут после рекламного блока мы поговорим в том числе о том, что делать и как поддерживать свою форму, если вы добились определенных результатов, да, и что делать, как правильно себя вести, если вы хотите просто удержать определенный вес и определенные кондиции. Ну и, естественно, перейдем к вручению призов, самому важному торжественному моменту во всем нашем фитнес-проекте «100 дней до пляжа». 100 дней до пляжа. Суперфинал. Да, это суперфинал, ребята. 100 дней до пляжа. Да как, какие 100? В принципе, уже... Но у меня лично два. Ребят, раздеваться, начинайте до купальников. Напомним, у нас в студии постоянные эксперты проекта «100 дней до пляжа», нутрициолог Ольга Угрюмова и продюсер проекта Александр Маненко. И, кроме того, к нам присоединяются финалисты этого проекта Андрей Матвеев и Юлия Сизова. Анна Готская у нас на телефонной связи, если что. Скоро будем объявлять итоги, как мы, в общем, решили все это распределить между участниками, я имею в виду призовой фонд. А пока давайте все-таки продолжим беседу, ответим на важный вопрос. Что
какие могут быть рекомендации, если вот, например, ударный период прошел, то есть мы добились определенных результатов, у кого-то они очень даже впечатляющие, теперь без постоянного контроля, без какой-то дополнительной мотивации, там, финансовой или еще какой-то, да, что делать, как не потерять и не вернуться обратно? Не потерять результат. Ну, здесь самое важное – это самоконтроль, который нужно устраивать себе хотя бы раз в неделю. Нужно завести табличку с замерами и просто себя контролировать. Также раз каждый день не надо взвешиваться, раз в неделю будет достаточно. Каждый день это очень настроение портит иногда. Да, не надо каждый день, потому что вода плюс-минус килограмм – это все сложно. Раз в неделю, как по каким-нибудь дням, например, среда, хороший день, всегда середина. Можно сделать взвешивание. Стрессоустойчивый как раз самый. Да. Можно сделать взвешивание, сделать замеры тех зон, которые вас беспокоят, и по ним ориентироваться, насколько вы соответствуете своему результату. И понять, продолжать беспокоиться или нет. Да, да, или принять успокоительное и пойти съесть шоколадку. Ну и, конечно, свой рацион нужно понимать, что нужно отслеживать и смотреть, если вы чувствуете, что вы сегодня согрешили. Ну, не нужно впадать в панику и не нужно на следующий день голодать. Это самое важное правило, что вот этих вот голодовок устраивать после того, как вы переели, не нужно. Нужно на следующий день продолжить так же питаться. За один раз, за одну шоколадку вы не поправитесь на несколько килограмм. Это лишь просто вас немножечко расслабит, и вам покажется, что теперь можно делать так всегда. Но на самом деле эффект продлится, ну, 2-3 недели, может быть, прокатит, а потом уже начнет вес ползти вверх. Ну, и это будет заметно внешне. Чаще появляйтесь голыми перед зеркалом. Это лучшая мотивация, да. Сильно помогает. Тем более лето, купальники. А если и это не помогает, то перед людьми. Да, или перед людьми. Причем принудительно. Да, ну или приходите сюда к нам в студию и говорите, что вы потолстели и требуете. Да-да-да, и мы тогда затребуем обратно все призы. Да. Ну, а вот, кстати, ответьте, пожалуйста, на очень умный вопрос. Почему вес набирается быстро, а убирается медленно? То есть вот говорят, ну, медленно, конечно, потому что жир-то легкий ведь, да? А если жир легкий, почему тогда быстро набираем? Ну, ведь когда вес набирается, мы говорим не о том, что растет жировая масса тела. Меняется состав тела, меняется количество воды в организме в первую очередь. То есть когда мы говорим о том, что человек поправился, скорее всего, у него нарушился водно-солевой баланс тела. И он стал объемнее за счет того, что у него появилась лишняя вода. Лишняя вода у него появилась из расчета того, что он поел неправильно. Поел неправильных продуктов, которые плохо между собой сочетались. И как следствие уже начался рост жировой ткани. И вот тогда мы уже говорим, что вес растет. И растет он достаточно быстро, потому что вода, она тяжелая. А вот когда мы уже хотим похудеть, вот тут мы думаем, что мы принимаем какие-то меры и для того, чтобы вес уходил быстрее, но тут уже все не так просто, как мы это знаем, да, ребят? Да. Сейчас мы уже у наших участников спросим, что они получили вот за эти 3 месяца, но прежде еще у меня к Саше вопрос. Скажи, пожалуйста, со стороны фитнеса, вот с этой точки зрения, а это был важный компонент, естественно, нашего проекта, с какой частотой, периодичностью сейчас нужно тренироваться нам? Ты слышал, Оля, как политик ответила сейчас на вопрос? Вроде что-то говорил, так не ответил. Нет, ну, я все понял. Баллотируюсь в депутаты. Она как бы, ну, почему? Она все равно объяснила, но не почему, не сказала. Нет, вообще, ваша голым ходите. Физическая форма, ее в любом случае надо поддерживать. Когда ты сидишь дома и ничего не делаешь, даже если ты будешь есть правильные продукты и мало калорий, они все равно будут откладываться, потому что есть база, которую ты тратишь. Да, Оль, база называется, это база на жизнеобеспечение. Соответственно, тем меньше у тебя образ жизни, тем эта база меньше становится, и тебе либо есть надо меньше, но это уже какой-то неправильный образ жизни. Сколько тренироваться надо, мы рекомендуем и получить результат. Это 2 раза в неделю, ты сам проверил на себе результаты. Да. Вот перед тобой, передо мной. И поэтому дальше продолжать так же. Ну, можно иногда себе делать расслабления там на пару недель такие. Нет, нельзя. В плане тренировок, может быть, в зале. Оль, ну я поеду, там все включено, понимаешь? Ну что, я не заслужил. Но потом... Тогда не используй лифт. Потом будешь жить на 16 этаже. Ходи, бегай, да, как-то разминаемся. Время в тонусе, держи организм. Мне, кстати, наш супер-тренер сертифицированный, да, Алексей, кстати, напомни, пожалуйста, представь нам героя, который нас тренировал. Невидимого фронта. Да. Да, у нас тренер Алексей, который всем передавал привет и болел за всех. Ну, за кого-то больше, за кого-то меньше, не буду говорить. Наш тренер Алексей, который занимался с ребятами 3 месяца, 24 часа в неделю, можно сказать. И
Он единственный в городе сертифицированный специалист, который может заниматься на оборудовании X-Body. Это EMS тренировки. Больше нигде нет. И он по невероятно удачному стечению обстоятельств работает как раз с тобой. Да, в гимнастике. В гимнастике, да. Ну так вот, вот этот самый квалифицированный тренер наш, Алексей, он мне сам сказал. Говорит, я, говорит, не вижу смысла в отпуске себя отказывать. Ты же вот весь год жил в режиме. Но ты едешь отдыхать, отдыхать. Так отдыхай. А потом приедешь опять, ну, войдешь. Не слушай его так часто. Нету. Мне кажется, не получится у тебя, Саш. Не получится так? Нет, ты уже привык. Он каждый день спортом занимается, понимаешь? Так нет, понятно, что... А там же как раз и овощей много, вот. Ну, да. Ну, если ты правильно будешь в отпуске заниматься, то все правильно у тебя будет. Ой, есть, есть. Ну, и заниматься в отпуске правильно. Почаще, почаще, Саша. Главное, правильно пить вот еще. Вот ведь какая задача. Ну, ты знаешь же про совместимость продуктов. Вино пьем отдельно от еды. Да, 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 да. Натощак. И ждать с утра. Чтобы сразу был эффект. Мы, конечно же, шутим, друзья. Но сейчас будет немного серьезнее все, потому что мы переходим к нашим финалистам. Участники, которые от самого начала до самого финала добрались и сейчас здесь сидят в студии. Давайте напомним, я предлагаю послушать о них то самое стартовое портфолио, с чем они пришли к нам и от чего они боялись отказаться. Давайте представим, кто у нас. Ну, давайте начнем с Андрея Матвеева. Матвеев Андрей Викторович. 37 лет, женат, отец двоих детей. Имеет высшее экономическое образование, работает в сфере деревообработки. В свободное время играет в футбол, на гитаре и барабанах, катается на горных лыжах, путешествует. Задачу родить сына, посадить дерево и построить дом считает выполненной. После Нового года обычно садится на диету. Скидывает около 5 килограмм, к весне и к осени набирает вновь. Тяжелее всего Андрею отказаться от сладкого, мучного, коктейлей и бургеров. Главным стимулом считает свое будущее и здоровье. Ради результата в виде отсутствия лишнего веса и подтянутой фигуры готов терпеть и бороться до конца. Ну и вот Андрей Викторович у нас здесь. Приветствую. Да, Андрей, поговори с нами немножко. Ну вот, что касается сладкого, мучного, коктейля и бургеров, от которых было тебе тяжело отказаться, что можешь сказать теперь? Ну, отказался. 3 месяца не ел ни сладкого, ни бургера, ни коктейлей. Не знаю, как будет дальше. Наверное, будут, вот как ты, в All Inclusive или где-то еще. Налегать на них, а потом опять работать здесь упорно. Нет, налегать я не говорил. Нет? Ну, а я, может быть, налягу. То есть ты считаешь, что, в принципе, это был период демонстрационный, да? Шутка, шутка, конечно. Нет, почему шутка? Но пищевые привычки, они за это время очень сильно изменились. Вот, уже не так сильно охота, но можно спокойно пройти минимум мимо, и я даже думаю, что, может быть, если я попробую, может быть, будет какая-то изжога или еще что-то. И ты решишь, этого. Да, ну, да, зачем это надо? Да, давай к результатам и своим ощущениям от проекта. Ну, ощущения от проекта просто великолепные. Все мои знакомые, даже поначалу, которые скептически к этому относились и говорили, ну что тебе, может быть, это мешок от рубей принести или еще что-то, ха-ха-ха, чем ты занимаешься. Ну, смешные шутки какие-то. Ну да, вот, сейчас уже они подходят и говорят, слушай, а что ты там делаешь-то, не так интересно. А где отруби покупал? Да, и какие это отруби волшебные. При том, что результат, он даже, ну, я в зеркале не так сильно ощущал, потому что каждый день на себя смотрел, а тут недавно перед голосованием сделал коллаж свой и ужаснулся, на самом деле, каким я был раньше, потому что, ну, я не ощущал себя таким, какой я есть на фото. Вот, ну, а мне очень все понравилось, спасибо, спасибо Ольге. Она, ну, как поменяла пищевые привычки наши, ну, открыла новое питание какое-то для меня, спасибо. Легкий тренеру, про которого мы говорили, тоже молодец, вот, занимался с нами. В общем, я очень рад всему, что скажи, что, вот, прям очень кратко, основные вещи, что ты делал не так, потому что ты, вот, мы только что слышали, садился на диету неоднократно, да, скидывал сколько-то, потом убирал. Что было не так, что, чего ты не знал? Чего я не знал. В принципе, я не соблюдал водный солевой баланс, как здесь говорили, да. Вода, она как не входила в меня. Я ел белки, грубо говоря, да. Убирал, ну, сладкое по максимуму. Сладкое, в моем понимании, это был сахар, конфеты, пирожные. А те же самые йогурты, которые, ну, на которых сзади написано в составе сахар, я так и продолжал пить. Допустим, сейчас я пью, как я в прошлый раз говорил, ряженку. Это для меня стало как йогурт какой-то. Деликатес. А еще разные мюсли и прочее здоровое. Как здоровый бы фитнес, фитнес, да, да, с надписью «фитнес», там огромное количество сахара присутствует, а почему-то об этом никому не известно. Никому, да? Не известно. Я, кроме все нас это, естественно, и наших слушателей.
Вот, поэтому, а после того, как заканчивал диету, ну, пищевые привычки, они не менялись. Я просто держал себя месяц силой воли, и потом понеслось опять. Ну что, надеемся, что в этот раз будет все иначе. У нас также в студии присутствует Юлия Сизова, еще одна героиня нашего проекта. Давайте послушаем ее биографию. Сизова Юлия Дмитриевна, 26 лет, не замужем. Работает стилистом. Увлечение зависит от времени года. В преддверии дачного сезона планирует заняться новыми посадками и обустройством ландшафта на своем участке. Год назад занималась тренером. Юлии удалось похудеть с 52 до 44 размера. Однако по окончании курса самостоятельно поддерживать форму не смогла. Лишний вес стал возвращаться. Сложнее всего в проекте дается отказ от сладкого и соленой рыбы. Готова держать себя в руках, чтобы покупать вещи, которые нравятся, а не те, которыми можно что-то скрыть. Встречаем Юлию Дмитриевну. Всем привет. Привет. Ну, рассказывай, когда последний раз ела воблу? И сочетается ли она со сладким? Да. Ничего не сочетается, ела очень давно. Ну, 3 месяца точно. 3 месяца точно. Угу. Рассказывай, какие впечатления, и главное, все ли цели, вот, которые ты ставила, удалось выполнить? Все удалось. Рельеф есть, но в магазин могу зайти и купить все, что угодно, потому что все как раз, все по размеру. Я думал про еду. Нет. А еду тоже можешь купить все, что угодно? Ну, сейчас, на самом деле, с едой как бы внимательно смотришь на состав, потому что тут уже как бы знаешь, что можно, что нельзя есть. Угу. Ну хорошо, что касается перспектив и в принципе ближайших планов, мы же ведь перестанем ежедневно отчитываться, Оле. Ну оставим ежегодное, давайте. Ежегодно будем, пожалуйста. Ты уже вот планируешь, что ты будешь делать дальше? Когда воблу купишь, Юль? Я не знаю, когда я ее куплю, на самом деле. Сегодня такая, думаю, ну можно же все что угодно сегодня съесть, а по итогу все ел как все эти 3 месяца. То есть даже не нарушила с утра? Ничего не нарушила. Ну, возможно, там на 2 клубнички больше съела и все. Ну, как бы дома нету плохой еды. Запрещенки. Дома нету запрещенки, поэтому приходится продолжать есть все то, что можно, и сочетается. Ну что, давайте знакомиться теперь, точнее, освежим в памяти то, как мы знакомились с Анной Готской. Это 3-я финалистка нашего проекта. Готская Анна Владимировна, 32 года, замужем, дочке 3 года. Образование высшее фармацевтическое, работает медицинским представителем. Любит играть на гитаре, петь, шить и экстремальный туризм. Как и остальным девушкам, в этом проекте тяжелее всего переживает запрет сахара, но готова идти до конца, чтобы летом было не стыдно выйти на пляж. А муж гордился и радовался. Судя по тому, как мы, о чем мы говорили в последний раз, когда Анна была у нас в эфире, муж гордится и радуется. Да, и вся деревня пытается питаться правильно. Как всю деревню уже с панталыку сбили, они теперь бегают и не поймут, как жить. Да, потому что веками традиции у них устоялись, а тут мы их пошатнули. Потому что, видите, они даже от шашлыка решили отказаться. С испуга. Я представляю вот эти грустные лица в деревне. Да, что там все кислые, праздник теперь проводить смысла нет. Так мы их успокаивали тут как-то, что, мол, мясо в принципе, и можно есть. Можно. Даже жарить можно его, ничего страшного. Я надеюсь, что они поели. Да, наконец-то. С другой стороны, даже если мы немножко схуднули, это только плюс, то есть дистанционное действие нашего проекта, на что мы, собственно, в том числе и рассчитывали. Итак, а у нас на связи как раз, да, Анна, присутствует вот чудеса техники. Привет. Да, Аня, привет. Привет из Питера. Вот, да, ты уже и туда добралась. Поесть поехала. Хочешь там запретить людям есть из муки высшего сорта? С удовольствием. Правильно. С удовольствием. Скажи, мы тут решили, что муж твой доволен и гордится, так ли это? Очень-очень он доволен, и ему все друзья завидуют. Все друзья завидуют теперь? Вот так. Так, ну, еще тогда скажи, что было ли тебе сложно или в какой момент в течение проекта? Ну, были на самом деле сложные моменты.
наверное, каждый месяц какой-то вот переломный момент хотелось что-то сладкого. В первый месяц хотелось, второй месяц и третий месяц. На самом деле держалась и очень горжусь этим собой за это. И даже сегодня в Питере, я уже написала в чате, мне не продали вино без паспорта. Вот это вот... Эффект омоложения. Это побочные действия проекта. Эти минусы мы прогнозировали, но не предупреждали, да. Потому что боялись, что многие начнут отказываться. Не продают алкоголь нашим участникам. Это беда. Хотя мне 32 года, да. Да. Как ты оцениваешь итоговый результат? То есть ты полностью пришла в форму, да? Или все-таки ты продолжишь? Я очень довольна. Мне даже вот тренер Алексей на последней тренировке сказал, что, Аня, тебе уже худеть нельзя. Нужно уже только наращивать массу и как бы, ну, улучшать рельеф. Ну, то есть еще можно мышцы нарастить, вот так скажем. Чтобы их более видно, чтобы они более рельефные были. А так уже все... Ну, главное тут тоже меру соблюдать. Ну да, тут на дебил звук пойдешь. Да. Потому что у нас сенсей Алексей, то он человек увлекающийся, да, может насоветовать. Он и сам от скуки говорит, в набор пойду, пожалуй. Наращу немножко для разнообразия. Он говорит, может и тебя фитнес-бикини подготовить. Вот, я говорю, он всех себе, всех туда может созвать. Да. Ань, если есть возможность, побудь с нами немножко на связи, потому что, в принципе, мы уже готовы перейти к финалу нашего выпуска, который тоже становится итоговым. Так волнительно. Выпуском этих трех месяцев. 100 дней до пляжа, плюс-минус там, да. В принципе, я думаю, мы правильно все посчитали, потому что 1 июня никто, мне кажется, не ринется с пирса вот в грибной канал. Но да? Нужно было попросить прийти всех купальников. Я буду уже купаться, но не здесь просто. Немножко в другой полосе и климатической обстановке. Давайте теперь перейдем к итогам, как мы уже, в принципе, об этом давно говорили. По нашим правилам утвержденным и, собственно, декларируемым, мы передали, что называется, право выбрать финалиста и главного победителя этого проекта нашим слушателям, которые должны были проголосовать за него в нашей группе ВКонтакте. Вот передо мной голосование, потому что уже в решении, в определении финала наши наставники участие не принимали по разным причинам. Ну, например, просто мы решили, что если мы будем сами это делать, то зачем нам уступать, так сказать, право для голосования, если все равно мы можем решить это сами. Пускай решат все те, для кого, собственно, это в том числе и было все затеяно. Таким образом, мы не будем отменять итоги голосования, которые нам показались не вполне честными. Накрутка, да, была выявлена? Да, у нас есть, в принципе, специальные люди, которые с уверенностью могут дать определение тому, что там происходило. Мы, естественно, читаем и ваши комментарии. Если вовремя не отвечаем, это не значит, что мы их не заметили. Действительно, там многие недоумевают, зачем нужно было делать именно таким образом, если там внезапно за один день свыше 1000 голосов, да? Это какая страсть к победе, я хочу сказать. Воля-то какая, да? Да. И, знаете, часто мы прекрасно понимаем, что иногда в голосовании выигрывает тот, у кого даже не то, что друзей больше, а у кого в друзьях больше программистов, например. Но правила есть правила, тем более, что это все равно закрытая система, и не мы ее придумывали. Поэтому пусть эти все уловки и ухищрения остаются на совести наших участников. Не будем никого обвинять и что-то доказывать. Мы решили сделать следующим образом. Раз мы изначально говорили о том, что победителем будет считаться тот, за кого проголосует большее количество наших слушателей, мы это выполним. Но с одной оговоркой. У нас будет главный приз, который мы планировали отдать в одни руки, распределен между участниками. Но победитель все равно окажется один, и мы его констатируем и назовем. И это по итогам голосования, которое, в принципе, у нас присутствует на страничке в группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. А может, и проголосуете, хотя уже, в принципе, бессмысленно. Потому что по нашим правилам итогом стали следующие голоса. Итак, 47% голосов наших слушателей
разных, их много, смотрите. Огромное количество. 5000 аж человек у нас в голосовании. Ничего себе. Да. Так, 47% у Анны Готской, и мы под аплодисменты, а тут очень много людей в студии, они все радуются. Мы признаем ее победителем проекта «100 дней до пляжа». Ура! Ей вручается приз, о котором мы долго не говорили, но он всегда был. Это, собственно, путевка на отдых, там есть пляж. На пляж, наверное. Ну и на пляж в том числе. На пляж, по системе там все включено. О том, куда ехать, мы не скажем. То есть это будет знать только Анна Готская, потому что мы предвидим, если скажем, все поедут на нее смотреть и будут мешать ей отдыхать. Аня. Спасибо. Аня с нами на связи, мы поздравляем тебя. Ну и, соответственно, как только из Питера ты приедешь, весь Питер при этом, естественно, научив правильно питаться и подражать участникам проекта «100 дней до пляжа», так заходи к нам, и, соответственно, подарки, главный приз достанется тебе. Что касается наших двух финалистов, Андрея Матвеева и Юли Сизовой, мы им присудили второе место. Очень справедливо, ура! Второе место, независимо уже от итогов голосования, которое спорное. Многие считают, что нам нужно было определить по результатам замеров, а там лучшие показатели как раз-таки у Андрея. Но, с другой стороны, в него и было что скидывать побольше, да? Да. Поэтому тут тоже, в общем, момент спорный, и мы решили, в принципе, их помирить следующим образом. Каждому из участников и финалистов достается, естественно, диплом, который подтверждает вашу победу, и небольшие, а может быть, кстати, достаточно существенные подарки от наших экспертов в том числе, поэтому, пожалуйста, Оль, вручай свой приз. Андрей у нас получает программу питания от сервиса доставки рационального питания To Life. Ух ты! Да, поздравляю! Да. Ну, а Юля получает продление прописки в ИМС-студию «Гимнастика», так что тебе абонемент к нам, ждем тебя все время. Приходи. Супер! Вот. Я думаю, что даже Аня завидует Юле, потому что она сможет продолжить общение с нашим сенсеем Алексеем. Аня уже обещала, она все к нам тоже будет ходить, отходить, это наш постоянный клиент. Да, потому что невозможно от этого отказаться, действительно. Это, ребят, зависимость самая лучшая, которая может быть. Ну что же, сейчас мы, наверное, уйдем из эфира и будем... Есть торт? Будем, конечно, попустимся во все тяжкие, будем поздравлять друг друга, вручать подарки, призы. Смотрите, естественно, выложим фотоотчет. Но... Еще раз всем огромное спасибо. И в первую очередь моим коллегам, которые помогли все это организовать, которые вели весь этот проект от начала до конца, без выходных. В первую очередь Оля это делала, включая праздники. Оля, спасибо огромное. Саша, спасибо за то, что в принципе это все состоялось. Это благодаря тебе очень во многом. Соответственно, вот то, что эта идея когда-то была как что-то абстрактное и маловыполнимое, но сейчас мы видим на Новый год результат. В клубе, помнишь, ты сомневался, да? Нет, я-то как раз в это верил сразу, а вот остальным пришлось немножко еще посомневаться. Тем не менее, мы это сделали, за что еще раз огромное спасибо Александру Романенко, продюсеру проекта, представителю... И студии гимнастики. И студии гимнастики, да, фитнес-студии ГМС. Гимнастика, ГМС-технологии. Ну и нутрициологу нашего проекта Ольге Угрюмовой. Спасибо большое, ребята. Еще раз всех поздравляем с финалом проекта. И по традиции хочу вам сказать, еще раз заходите на нашу страничку в группе ВКонтакте. Там есть некоторые правила, которыми мы пользовались, чтобы стать лучше и красивее, естественно, подготовиться на пляже. Где мы с вами и увидимся. До встречи, пока. 100 дней до пляжа. Суперфинал.